Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Сегодняшнее видео я хочу начать вот на этой замечательной смотровой площадке Берлинского аэропорта. То есть я сейчас хочу пригласить вас в небольшую поездочку на моем мотоцикле. Хочу прокатиться вокруг аэропорта, ну и записать вложик, скажем так, небольшой, посмотреть, протестировать обе камеры, на шлемную и которую... Блять, хуйня. Всем привет, друзья, меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, я сейчас нахожусь на смотровой площадке Берлинского аэропорта, откуда можно наблюдать взлеты и посадки самолетов, ну, при условии, если они здесь сейчас в данный момент будут летать, потому что иногда, в зависимости от ветра, они меняют полосу. Ну так вот, я сейчас хочу прокатиться на мотоцикле и поснимать со своих GoPro, протестировать, скажем так, в формате влога с двух камер. Так что, если кому интересно, присоединяйтесь к данной поездочке. Поедем мы сейчас вокруг аэропорта практически, будем ехать вдоль забора какое-то время, потом я заеду на свою любимую поляну, куда я люблю так иногда заезжать. Так что, наверное, будет интересно. Сейчас нужно будет запихнуть петличку в свой шлем, чтобы записать нормально звук. Звук буду записывать вот в этот диктофон через обычную петличку. Вот у меня она тут приготовлена. Так что одна камера у меня будет стоять здесь, и одна камера, естественно, на шлеме. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Снимать буду сейчас в линейном режиме, то есть не широкоугольном, а максимально киношном. Посмотрим, будет ли нормальная картинка, нет. Если нет, то попробуем потом как-нибудь в широком формате снимать. В общем, будем экспериментировать, посмотрим, что из этого получится. Выберем самые лучшие настройки, так скажем. Да, все, погнали. Упси, капелька воды упала мне на этот, на визор. Дождя вроде не намечается. Блин, душно у нас сегодня, ужасно прям. Ночью такой лютый дождь лил. Вот, кажись, здесь надо съезжать. Или не здесь. Здесь, да, точно. Вот по этой дороге мы сейчас поедем. Так, ну, асфальт тут, но он очень быстро сейчас закончится. Так. Интересно, что здесь раньше было, раз такая дорога бетонка сюда ведет. Просто судя по местности, здесь такая, ну, сами видите, да, все заросшее. Как бы объектов, может, какие-то военные объекты когда-то здесь были, еще во времена ГДРа. Странно. Так, поваленное дерево. Интересно, да, вот колея по центру накатанная. Видимо, мотоциклы сюда часто ездят. Потому что не только обычная колея, но еще и по центру. Я не думаю, что велосипедами накатано. Какахи тут, это кони, наверное, на лошадях здесь, может быть, гуляли кто-нибудь. Так, сейчас надо будет немножко в горку направо. Да. Видите, тут уже все заросшее, тут машины явно не ездят. Здесь вот какой-то памятник. Ну, я читал, тут кого-то грохнули когда-то. Ну, очень давно, там лет 200 назад или 100. Ну, в общем, давно. Памятник какой-то жертве там. Бляха-муха, у меня и эта камера, оказывается, не снимала ни хера. Прикол, блин. Так. Здесь у меня стоит 15 минут, ну-ка. Сука. Короче, господа, первый блин комом. Как всегда, блин. Вот.
Вот, сейчас горит красная лампочка. Здесь тоже горит красная лампочка. Сейчас все снимает. Ах, как обидно, а, ребята, как обидно. Ну ладно, это первый раз. Первый раз можно мне простить. Так, позапрошлый видос, я, кажется, я вот здесь вот снимал, на этой поляне. Здесь как бы такая вершина, холм. И здесь, в принципе, никогда никого не бывает, нафиг. Туда дальше, там, получается, вниз едем. Ну, как-то я ездил туда, ну, там одному стрёмно ехать. Потом хрен узнает, выйду я оттуда или нет, там, толком не развернуться. Ладно. Ах. Постоим немножко, водички попьем. Жесть. Ах. В общем, друзья, блин, надо же было так лохануться, а? Я включил камеры, то есть я их реально включил, но я не поставил запись. И они у меня, я еду, и они у меня вырубаются. Что за хрень, может, она перегревается? А оказывается, я, ну, потом вот эту, которая на лице-то, на шлеме, я понял причину. А потом у меня вырубилась другая камера встречная. Ну, вы это уже видели сейчас, да. Ладно, сейчас, когда поедем на обратном пути, я уже ученый, так скажем, я включу обе камеры и в этот раз попытаюсь записать все хорошо. Погода классная, вот именно в плане солнца. Как бы сильного солнца нет, но все равно тепло, как бы даже жарковато. Вы только посмотрите на моего боевого коня, какой он все-таки красивый, да? Не правда ли? Не, реально красивый. Кто бы что ни говорил. Ну что, друзья, подзарядился позитивной энергией и выдвигаемся дальше. Сейчас я, наверное, включу обе камеры. Реально включу и поедем. Так. Что-то эта камера опять не пишет. Здесь идет запись, все отлично. Почему ты не пишешь? Ладно, надо, видимо, в настройках включить. Странно. Что ты перестала писать? Ох, эти старые GoPro-хи. Ну-ка попробуем аккумулятор вытащить и заново его вставить. Иногда такая манипуляция помогает. Но это нехорошо. Во! Говорил же. Все, теперь камера пишет. Это еще раз проверяем, пишет. Все хорошо. Звук пишет, давайте сделаем сейчас синхронизацию. Все, погнали. Ну, сейчас. Так, заводим мопед. Так. Ох, как это передок трясется. Ну, я имею в виду передняя камера. Ах, с ветерком. Так. Так, надо мне в левую колею перестроиться. Ох.
Так. Ну все, почти выехали. Опять этот лужа. Так, погнали. Трекшн так периодически включается, да? Видите, тоже там на лампочке периодически включается. То есть работает сосранец, а? Не, помощники это, конечно, хорошо выручают. Все, чуть-чуть осталось, и будет снова асфальт. Так. Все, погнали. Ах, поехали сюда. Так. Ну, вроде как солнышко скоро должно выйти. Интересно. Кстати, я тут размышлял давеча. Сейчас обгоню этого чувака на велосипеде. Я тут вот об чем рассуждал давеча. Вот если мужчина подлец, да? Ну, называем мужчиной подлец. А если женщина, то как? Тогда получается падла, да? А если мужчину назвать падлой, то получается вроде как вдвойне оскорбил и под лицом, и бабой назвал. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Опять едет по центру, прям мог бы немножко прижаться. Едут всякие негодяи. Вот сейчас тут выскочим немножко на скоростную дорогу. Можно будет чуть-чуть с ветерочком проехать. Так. Я вот не пойму, я весь мокрый, то есть тело мокрое, а мокрый от жары, хотя не жарко, или прям вот от этой вот влажности в воздухе. А, нет, да, скоростной еще рановато. Скоростная будет попозже. Так. Да, уже чувствуется немножко осень. Уже зелени такой сочной нету. По весне здесь красиво, когда все цветет. Так что... Ладно, не буду выключать пока. Ну, не все такие приветливые, как я. Некоторые игнорируют. Ну, может, он просто не видел то, что выскочил из-за поворота. Не успел отреагировать, тоже бывает иногда такое. Так. Посмотрим, тот сейчас приветливый, нет. Ну, поздороваюсь. О, братан, братан.
Обычно я еду всегда по главной налево, но в этот раз давайте мы поедем направо, посмотрим, что там направо. Я думаю, все равно выскочим куда надо. Честно, я еще ни разу здесь не ездил направо. Так. Ну да, теперь я знаю, где я еду. Здесь у нас КПП в аэропорт. Мы сейчас реально объехали весь аэропорт вокруг. Да, если бы мы свернули вон там, то мы бы выехали сейчас здесь. На этом же самом кольце. Да. Велосипедисты еще прям рядом едут, ну прям вот вообще пиздец, да, едут по дороге и рядышком. Вот сейчас мы выезжаем на скоростной кусочек, где можно маленько по-быстрому проехаться. Ну и уже в принципе там почти приехал. Так. Вот немножко проветрится. Ветерком немножко. У меня вентиляшка открыта на этом, на рукавах. Свежий воздух туда сейчас там. Хорошо. Светофор опасный там, потому что этот фотографирует, который автомат стоит. Я вот не знаю, что он фоткает. Проезд на красный или скоростной режим. Но меня раз сфоткал он. Ну, еще на моем старом мотоцикле. Но он, по ходу дела, только спереди бьет. Потому что мне ничего не прилетело. Но все равно там рисковать неохота. Один раз мне прилетал штраф с этого, с фотографии. У нас в туннелях любят ставить в обе стороны. Причем на въезде и на выезде. То есть ты въезжаешь в туннель, в обе стороны фоткает и выезжаешь. Так что расслабляться как бы нельзя. Оп, как тебя камеру-то затрясло. Немножко неудачное место для камеры, прям видео колбасит, будь здоров. Хотя на записи, наверное, ну да, я же записывал предыдущий ролик, там я ехал тоже, себя снимал вот с этой перспективы. Так что было неплохо.
Вот сейчас проезжаем старый терминал, этот Шёнефельд, который закрыли. Когда новый аэропорт открыли, а вот здесь все закрыли. Есть вот эти офисные здания, сейчас почти все пустые, наверное. Обидно. Целый терминал стоит и просто закрытый. Могли бы его оживить там для лоукостеров хотя бы. Было бы удобно. Такой относительно небольшой терминал. Тоже с города удобно к нему подъезжать. Автобусные остановки. То есть не надо там 10 пересадок. Это вот сейчас в новый терминал, если ехать, то надо проезжать на автобусе, как правило, через этот терминал делать пересадку. Почему не едут сразу в новый терминал, проходя здесь? Обязательно надо вот здесь пересаживаться. В итоге я живу на машине до аэропорта, ну, где-то минут 6-7 ехать. Ну, в моем случае на мотоцикле. А на автобусе, на городском транспорте, если я еду до работы, то это уходит где-то минут 40-50. Из-за вот этих пересадок. То есть, как бы правительство все время хочет нас всех пересадить на общественный транспорт, но для этого как бы особо ничего не делается. Инфраструктура, автобусы, все как бы в упадке. Сейчас, мне кажется, в Восточной Европе даже намного круче, чем в той же Германии. Я вот этим летом, считай, по Польше проехал, через всю Польшу, да, по Прибалтике. И в некоторых местах, вот Польша мне, скажем, даже показалась посвежее, чем Германия. Потому что в Германии все уже как-то устарело, ничего не обновляется. Когда вот я приехал 20 лет назад, как бы было вот немножко вау, да, по сравнению там с Россией. А сейчас, наоборот, приезжаешь туда и думаешь, вау. А здесь сюда приезжаешь и обратно, и плакать хочется. Я когда вот в этом этим летом заехал в Питер, да, я проехал ночью. Я ночью въезжал, в 12 часов через границу перешел. И мне до Питера 200 километров надо было ехать. Я такой думаю, бля, сейчас придется 200 километров по тьмах ехать. А нифига, 200 километров освещенного автобана, жесть. Это прям восхитительно было. Я прям кайфовал. То есть ты едешь по ощущениям, как будто ты едешь в городе. А хотя до города очень-очень далеко. Классно. Здесь такого, здесь в городе так хреново освещают. А если за городом автобаны, то вообще можно забыть. Не по карману Германии. Подобная роскошь. Не, Россия меня приятно удивила. Приятно. Я в Калининград заезжал сначала, по Калининграду покатался. Ну, тоже прикольно. По области там покатался. Есть места, конечно, где немножко так все запущено. Ну, в целом, в основном нормально, дороги классные. И потом вот в Питер ехал тоже классно. Ну, красота Питера, что касается вот именно красоты Питера, как там воспевают Питер, увидеть Питер и умереть, ну, типа как про Париж, да. Не знаю, что-то меня не особо впечатлил. Хотя я проехался по центру, там эти дворцы всякие. Ну, в общем, впечатлит, может быть, человека, кто приезжает из глубинки, кто подобного масштаба никогда не видел, не чувствовал. Для него, конечно, скажут, ого, Питер, это что-то, пиздец. Что-то с чем-то. А когда ты всю жизнь в городе, в большом живешь, и как бы... Честно, вот мне показался Питер немножко даже тоже какой-то немножко запущенный, устарелый, да? Фасады домов уже такие, как бы, немножко пошарпанный. Вот такое у меня впечатление было. Не было такого, что вот я почему-то ожидал от Питера, что я приеду, и там такой, знаете, будет лоск, прям блеск, вот там... бывает, показывают там в видосах каких-нибудь красивых, да, ну там понятное дело, что все специально так снято, только красивые места, а так вот едешь по городу, движение жуткое, водители какие-то тоже нетерпеливые все, нервные, но вежливые. Да, ну ничего, проехал.
Мне даже эти пробки, как бы они наоборот мне помогли, чтобы не надо было быстро ехать. Ехал потихоньку, больше по сторонам смотрел. Как бы мне хватило. Так, ну все, я думаю, на этом можно заканчивать данный вложик. И вот как всегда я захотел закончить вложик, в прошлый раз вот здесь вот я стоял. Хотел закончить вложик именно на этом же месте, только с другой стороны. И стрелка светофора переключилась на зеленый. А на ходу камеру выключать как-то не хочется. Поэтому сейчас найдем какое-нибудь местечко, где можно будет остановиться спокойно и все выключить. Так, здесь 30. А вон сейчас за тем грузовиком встану. И все, отключусь. Ладно, ребята, это был тестовый проезд. Опять же, как говорится, первый блин комом. Но будем учиться. Давно я просто не снимал в подобном жанре. Ладно, всем пока.